прекрасный серпантин. Можжевеловый рай. Можжевеловый рай. Мы едем к тебе. Дорогой наш новый свет, здравствуй. Мы рады тебя видеть. Всего 5 километров от Судака вы попадаете в маленький рай. Всем приветище. Привет. Сегодня будет крутое видео, я надеюсь. Погодка, конечно, немножечко подиспортилась, потому как буквально совсем вот в предыдущем видео вы видели солнечную прекрасную погоду, но приехав сюда вот к морю ближе, мы видим, что тут уже тучки, может быть, даже что-то типа тумана назревает, потому что было плюс 25. Видимо, пока мы доехали сюда, немножечко море прогрелось. Скоро будем купаться. Лето возвращается. Бабье лето, наверное, кстати. Сейчас уже 3 часа дня. Мы еще даже не в новом свете, но у нас сегодня большие планы пройтись по тропе Голицыной, полетать над самыми красивыми местами этого прекрасного места. Глаз радуется. Не знаю, как у вас, а мне очень нравится. Когда ты привыкаешь к окрестностям Ялты, да, Юбыка нашего, это совсем одно. Здесь рельефы совсем другие, но они прекрасны. Говорят, Ялта – жемчужина Крыма. Нет, жемчужина Крыма – это Новый Свет, Семиз, Гурзуф, Балаклава. Вот они, жемчужины. На наш скромный взгляд. Вы можете свою жемчужину написать в комментариях. Бухта Зеленая называется. Это как раз-таки там, где располагается сам поселочек. Поселочек очень небольшой. Летом, тут в летний период, да, тут население увеличивается, не знаю, раз в 10, наверное. Сдается все, что только можно сдать. И лакшери тут есть, и не лакшери. И просто и попроще, и покруче, так сказать. Друзья, будь в новом свете, не зайти в фирменный магазин. Более там Юлечкина любимая шампанское. Сейчас посмотрим, может, тут цены дешевле, чем у нас в Ялте. Сколько у нас в Ялте стоит? 750, да? 680. Самое дешевое было, 175, что такое, мы без ценника не брали. Сразу прямо смотрю, шампанское. Сразу так, прямо. Что? А, это Каберне Совиньон. Нет, подожди, мне надо белое. Нет, это полусухое выдержанное. А есть 650. Такого плана коллекционное. Вот там туда. Вот смотри, да? Белая полусухое. Нет, вот. Чем по акции смотри. Подожди, коллекция белое полусухое. А это полусухое белое то же самое? О, смотрите, какая здоровенная. Можно мне такое? Полтора литровая. Новый свет. Новый год на носу. Да, там всего 3 бутылочки. Напомню, что шампанское «Новый свет» играет именно в бутылках по старинным французским технологиям. Хорошо, как скажешь. И, кстати, я вот сейчас спросила, в чем разница. Есть коллекционное такое же, и есть выдержанное. Выдержанное от года в бутылке, а коллекционное от 3 лет выдержанное. Итак, друзья, ну мы решили, раз так поздно приехали, решили на катере под Капчик высадиться, а назад уже пройти по тропе Голицына. Это будет даже интереснее. Ну да, чтобы нам туда-сюда, обратно потом по темноте не возвращаться. Живописно. Ага. У нас для вас будет сюрприз. Прям только что на ходу договорились. Скидочка для по кодовому слову «Крым глазами местных» 10%. Контакты будут в описании. Да, сейчас покажу визиточку. Вот морские экскурсии вдоль бухт Нового Света. Саркис. Вот, обещал давать скидку 10%. У него, по-моему, 8 катеров. И спортивные есть. Так что не стесняйтесь, звоните и напоминайте о том, что видели в Ютубе. Вячеслав серьезный, готовится к морскому путешествию. А смотрите, народ, там он совсем недалеко. Мыс Алчак. Крепостная гора, вот видна на переднем более плане, да? И где-то там вдалеке мой любимый Меганом, где мы давно не были. А мы сейчас в другую сторону, на Капчик. Он нас давно звал, мы наконец-то услышали его. Слева по борту гора Сокол, справа по борту гора. Экскурсию вы уже получите на месте. Если ее начало берет тропа Голицына, то не ее, если ее всю.
начинается тропа Голицына. Но мы сегодня с другой стороны будем ее проходить. С этой стороны мы не видели. Грот Голицына. Или грот Искандер. В глубине грота у князя была обустроена энергетика. Поездка с остановками. Рассказывают про места, которые проходим. Акустические возможности грота. Так, мы сейчас прокатимся до Царского пляжа и обратно нас высадят вот здесь, под Капчиком. Людей отвезем. Че, Юль, сдувает? Да мы так прыгаем по тебе, что ли, давай. Обходим мы с Капчик. И сейчас открывается гора Карау-Аба. Носорожек местный, новосветский. Между Капчиком и Карау-Аба Царский пляж. С той стороны, со стороны Веселого, есть тропа, которая ведет вот наверх. Когда-нибудь мы обязательно сходим. Меня сегодня продует, наверное, нафиг. Сквозной грот, который закрыт сейчас. На повороте речения, ребята, это новосветский сквозной грот. Он выходит через всю скалу и на ту сторону. Мы когда-то по Можжевеловой роще спускались на этот пляж. Кто не видел, сейчас будут подсказки сверху. Видео старенькое, но тоже очень душевное. Поднимаемся. Да. Больше вправо спускаемся на низ. А народ тут маленький. Плавают. Как водичка? Да, отлично. Давай, руку. Раз, два, три. Опа, красава. Спасибо большое, до свидания. Так, ну что, давай подниматься наверх. Высадились мы в разбойничьей бухте. Бухта синяя, по-моему, да, она еще называется. И сейчас пройдемся по части тропы Голицыной, но поднимемся на Капчик. Вика, у вас есть номер этого водителя? Остался? Да, сейчас номер. Дам. Момент кайфа такой. Обожаю вообще. Сеточка сверху есть, чтобы не свалились. Да, сетка собрала уже, вон, смотрите, сколько щебня. Мелкие, по крайней мере, не покатятся. Выглядели дельфинчика. Мелится дельфинчик, дельфинчик. Вон, смотрите, большой дельфин, пожалуйста. Да, кто-то говорит, что он как раз похож. Такая тропка живописная вообще. Живопись, живописная? Да. С деревянным мостиком. А можно мне туда, на краешек, ты меня сфоткаешь? Да, 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 Вячеслав, да. Вид немножечко с другой стороны. Посмотрите, какое море красивое, прозрачное. И я иду на самый такой пик небольшой. Смотрите, как здорово! Какие сегодня виды у нас с вами, друзья. Вот там выше идут люди. Сейчас мы тоже там будем проходить по той тропиночке.
Обратите внимание, сколько людей. Вся тропа, смотрите, в людях. Да, это... мы вот одно из, как бы, то, что нас останавливало не приезжать сюда летом, да, а то, что тут будет катастрофически много людей. Но и сегодня, видимо, выходные праздничные, вот люди решили все-таки тоже пойти сюда. Ай, какой мостик из бревнышек, классный. В общем, прохожу, думаю, что за отверстие. Оказывается, все-таки ограждение. Очень красиво, между прочим, деревянное будет. Интересно, они тут что, веревочки протянут между ними или как? Да? Канатами было бы прикольно. Вообще было бы огонь. Главное, чтобы не рабиться. Блин, и не этот профлист такой железный, знаешь, жуть. Ай, красотень. Представляете, мусорку оставили, такой интересный, в виде бочки. Новые лавочки. Очень живописно выглядит. Просто кайф вид. Но, к сожалению, здесь есть сосенка, которая уже, к сожалению, умерла. Она была такая видовая на всех фотках с видом на Каралабу. Вот она. Все, ее уже нет. Жаль. Красивая была. Народ, какие виды? Боже. Ох. Просто вздохнуть невозможно такой красоты. Ну, в общем, такой хороший приток и отдыхающих, и, видимо, и местных, потому что сегодня, ну, праздничные дни, и все решили погулять, видимо. И просто вот неожиданно. Я думала, вообще никого не будет на тропе сегодня. А люди прям ходят семьями, толпами. Лавочка, ой, с лучшим видом просто. Оп. Сидишь, наслаждаешься. Катерочки ходят туда-сюда. Все-таки забирают людей, катают сегодня. Это хорошо, потому что сегодня, я думаю, они очень востребованы. Друзья, ну у нас сегодня ленивый поход, да, сюда на катере, а здесь нам все показал Филипп Киркоров. Аккуратно. Ну, знаете, есть лавочки специальные такие, но хочется аж просто вот, знаете, подальше от всех вот таким видом. Вообще шикарный видос. Очень нравится. Я видела Новый Свет всегда более ярким, да, таким солнечным, летним. А сейчас мне так нравится, кайфово вообще. Юлю не могу оторвать. Говорю, пошли, нет, дай посижу. Кстати, удобные вот эти сделали. Не было поручней, по-моему, да? Я не помню, Юль. И тут такая, смотрю, табличка написана. Сосна брутийская.
Первый раз слышу вообще. Оказывается, обычная сосна Станкевича, судакская, ну как бы это понятное дело. Брутийская, это что такое вообще? Откуда это? Пинус брутия? Кстати, с этого ракурса видно отчетливо голову орла. Что там мистического, Юль? Мы в таком туманчике, посмотри, загадка прям сплошная. Темнеет уже. Класс! Фу, друзья, жарко, не могу. О, вот это правильное решение в футболочках. Замечательный вид открывается отсюда. На дельфинчика, носорога. Если в народе называть. Что-то столько людей спускается, а мы стоим, ждем тут в очереди. Знаете, как ремонт дороги. Регулируют, да. Здесь тоже. Слушайте, ну вид такой потрясающий. Я просто в шоке. Смотри. Пропустили человек 20. Красота. Слушайте, мы так давно были, что не было этой беседки. А может, ее в этом году поставили, я не знаю. Да, ограждения их не было. И беседка. Такой привал, да, там? Я предлагаю, Вячеслав, тут нам перекусить. Чаек попить и скушать пирожок с красивым видом, потому что пирожок имеет право на красивый вид перед тем, как его съедят. Ну что, с красивым видом. Пирожок, я желаю тебе хорошо перевариться. Отлично сегодня поработали. Прекрасно поработали. Спасибо моим родителям за пирожки, они нам сейчас очень пригодятся. Я на их за обе щеки. Я тоже, в принципе. Да и Юля. Все любят пирожки. А пирожки любят нас. Как говорится, бабушкины пирожки, да? Если да. Со стороны Яны. Конечно. Жалко, что не горячие, конечно же. И вам приятного аппетита. Кстати, вот это очень опасная скала. С ней надо что-то делать. Это очевидность, Вячеслав. Не, ну серьезно, она очень опасная. Она прямо вот съезжает, этот камень скрутит. Да, да, да. Если что, сразу ложится. И мы подходим к гроту Шаляпина. Ну какой себе Шаляпина, грот Галицина, да? Кто сказал, что Шаляпин здесь пил? Он нифига тут не пил. Честно, вот некоторые рассказывают какие-то небылицы. Нет, ну как любое место, знаешь, туристическое, оно обрастает какими-то легендами, мифами и прочими. Это передается от одного туриста к другому. Ходят гиды, что там могут тоже там от себя чем-то как-нибудь добавить. Вполне, чего. Это же как Николай II купался или не купался на том пляже, понимаешь?
Они говорят, купался, другие говорят, да вы что, никогда в жизни. Что вы такое говорите? Так, осторожно, здесь вот настолько уже, смотри, раскатали. Друзья, посмотрите на этот масштаб. Ты чувствуешь себя просто каким-то маленьким муравьишкой. Моллюском. Нет, моллюска-то если ты вот там вот плавал бы, а пока муравьишка. Так, еще одно нововведение, которое мы не видели в лавочке в гроте и мусорник. Юляшка, ты чего? Я отпугиваю мышей летучие, чтобы они на меня не сели. На самом деле я подсвечиваю вот это вот все. Это же здесь князь Голицын хранил вино. Да, потому что здесь оптимальная температура, влажность и прочее. Такие вот красивые хранилища. Друзья, посмотрите, сколько людей здесь. Просто все в один момент зашли в грот Шаляпина. Голицын, да? Даже в бочке не смогли сфоткаться. Вот так вот все змейкой, змейкой, змейкой. Пошли, пока не капец, скорее. Ну, кстати, это мой любимый проход сейчас будет. Мой любимый? Да, мне очень нравится. Блин, вступил в лужу, мокрый кроссовок теперь. А вот здесь бы пригодились бы резиновые сапоги. И куда дальше? И тогда я поеду домой аккуратно, но быстро. Не надо. Считается. Говорят, летом после дождя тут люди тоже плыли, переплывали. Свет. Одно из любимейших мест в Крыму. Красота. Все в дымке. Да потому что сейчас погода теплая, море греется, вот и дымку получаем. Итак, что, друзья. Подошло к концу наше видео. Кто досмотрел до конца, молодец. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.